приступим. Скорее продолжим. Всем привет. Меня зовут Виктор. И мы продолжаем проходить Horizon Zero Dawn. Или Горизонт Zero Dawn. В общем, продолжаем. Что-то прям так тут все интересно. Блин, я хочу броню найти. Я хочу броню раздобыть. Это и есть Элифия. Здесь... Я родилась? Здесь тебя создали. Так это... Так значит, здесь? Здесь ты родилась. Но почему? Что, ну почему? Почему тебя здесь создали? Или почему ты здесь родилась? Или что, почему? В душе не чаю, почему? В душе не чаю, почему? Еще день прошу. Ты хочешь сказать, свет потух? Я не хочу спать, мама. Я знаю. Но сейчас вам пора отдыхать. А мне нет. Я сегодня король. Мое слово указ. Хочу увидеть солнце на небе. Не огоньки с картинками. Всему свое время, дети. Свое время, свое время, свое время, свое время, свое время, свое время, свое время. Подожди, это что, роботы? Когда-нибудь? Ты всегда так говоришь. Мы хотим сейчас. Там много места. Сейчас, отец. Дети, эта зона пока недоступна. Вали его! Внимание, физическая агрессия. Физическая агрессия не допустим. Эту дверь они сильно не взлюбили. А тебе можно? Она была заперта. Чёртовы стражи! Конечно, их это злило. Я могу вам помочь? Лекарь, уходи! Лена, у тебя небольшой синяк. Уходи же! Проводится обознание. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Соби. Можете проходить. Добро пожаловать в лице. Хранилище знаний. Не, мне туда еще рано. Я еще здесь не осмотрел. Голубой — это цвет неба. Белый — это цвет облаков. Зелубой. Желтый — это цвет солнца. А здесь? Зеленый — это цвет травы. Цветы какой бывают любого цвета. Все сломано или испачкано. Пчелы желто-черные. Сколько они тут тоже? Цветы. А вот и они. Я вынуждена вас выпустить. Но почему? У нас закончилась еда. А снаружи есть еда? Мы точно не знаем. Ладно, пошли. Не знаю. А мы сможем вернуться? А вдруг замерзнем? Простите, но это невозможно. Теперь вам придется выживать самим и помогать друг другу. А что будет с тобой? Я останусь здесь, буду спать и буду вспоминать вас. И что с нами будет? Вы будете учиться, будете храбрыми. Это четыре. Это, наверное, те четверо, с которых началось восстановление, да? Они тут до совершеннолетия прожили, походу. В этом бункере и началось потом восстановление. Дети, давайте-ка побегаем, попрыгаем. Оставь нас, отец. После того, что случилось, я не могу оставить вас одних. Вы нарушили правила. Дай нам поговорить. Уходи. Простите, дети, но я должен за вами присматривать. Но ты ведь даже не человек. Вы расстроены. Давайте побегаем, выпустим пар. Они провели тут
всю свою жизнь. Видя почему перед собой все это изобилие. Что? Что произошло? Почему они не могли попасть в другие зоны? Неизвестно. Но у тебя такой проблемы не будет. Детсад. Одни сбои. Так, теперь, ну, ладно. Вот сюда, да? Так, что тут было такое? Мечта об Аполлоне. Так и не сбывшаяся. Фаро. Ну почему нет? Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе столько предстоит узнать. Столько перспектив и возможностей. Внимание. Неисправность. Аполлон отключен. Аполлон здравствуй, отключен? Дитя. Ты меня права, зовут его. Самина. Сегодня это большой кладбище. День. Твой первый но день учебы. Тебе столько подумай, предстоит узнать. Столько перспектив и возможностей. Можно починить. Внимание. Но я сюда не за этим пришел. Конечно. Что стоят все знания человечества по сравнению с тайной рождения одной девчонки? Здравствуй, дитя. Продолжай поиски. Меня зовут Самина. Продолжу. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе столько предстоит узнать. Столько перспектив и возможностей. Внимание. Неисправность. Аполлон отключен. Здравствуй, дитя. Да ёпты. Меня зовут Самина. Сегодня большой... Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день... Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Твой первый понятно. День учебы. Тебе столько предстоит узнать. Понятно. Столько перспектив и возможностей. Внимание. Неисправность. Аполлон отключен. Приоритетные сообщения для доктора Соба. Просканируйте сообщение визором. Что за лар? Ух ты. Элизабет, я должна проинформировать вас о непредвиденной катастрофической аномалии. 3 микросекунды назад комплекс Гея Прайм получил пакет данных неизвестного происхождения. В результате его обработки все мои подфункции были преобразованы в самостоятельные сущности, не поддающиеся управлению. Отлично. Функция AID полностью перехватит управление системой терраформирования после пробуждения, что приведет к вымиранию жизни на Земле через 52 дня. По очевидным причинам я не могу этого допустить. Поэтому, пока Аид не взял на себя управление, я готовлю реактор Гей Прайм к перезагрузке. Последующий взрыв должен уничтожить Аида. К сожалению, я также буду уничтожена. Ух ты. Эта крайняя мера позволит предотвратить непосредственную опасность. Однако угроза для жизни на Земле сохранится. Без центрального органа управления система терраформирования продолжит функционировать по инерции, но будет действовать более хаотично и со временем выйдет из строя. Она про безумие машин? Решение вы. Я приказала этой колыбели использовать генетический материал из криохранилища, чтобы вырастить экземпляр Элизабет Собек, моего создателя. Высокоуровневые директивы запрещают мне прямой контакт с представителями племени, обитающего снаружи. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что они возьмут вас под опеку. И по достижении физической зрелости вы сможете вернуться сюда, взять один из визоров, хранящихся внизу, и увидеть сообщение. Также ваш генный отпечаток позволит вам попасть в другие комплексы. Со временем, используя их технологии, вы сможете воссоздать ядро системы и перезагрузить гейм. Одну минуту.
Это крайне неожиданно и неприятно. Аид отреагировал на мой приказ о самоуничтожении. Он запустил вирус, который должен разрушить сдерживающий его код. Код, что сдерживает их всех. Он, они убегают. Но куда? Вирус повреждает данные по всей системе. Если... Ох, файл альфа-реестра в колыбели тоже был поврежден. Но если это так, вы не сможете сюда войти. Не увидите это сообщение. Значит, все кончено. Жизнь погибнет? Нет. Нет, Элизабет, я хорошо вас знаю. Вы точно найдете решение. Для вас нет ничего невозможного. Отправляйтесь к руинам Гей Прайм. Найдите пункт управления, а в нем главный блокиратор. Он позволит ликвидировать Аида, если вы сумеете им воспользоваться. Не пытайтесь починить ядро системы, пока Аид функционирует. Аид должен быть уничтожен. Это все. Мне жаль, что я не услышу ваш голос. Прикольно, прикольно прям. Что ж, ты не перестаешь меня удивлять. У меня не было матери. В каком смысле? У тебя их две. Женщина и машина. Я не человек. Я инструмент. Изготовленный машиной. Рожденный в хаосе. В пламени. Чтобы потушить пожар и спасти мир. Разве трагедия узнать, что у тебя такая важная роль? У тебя есть предназначение. Так что, как устанешь себя жалеть, поднимайся на злой перевал. Я буду ждать тебя у руин Гей Прайм. Комплекс покиньте. Сука, где мне найти? Где мне найти топливные элементы, недостающие? Неисправность модуля опознания устранена. ИЖ-59. ВВД-5. Доступ открыт. Куда? Вверх, вниз, куда? Элла, нам вверх или... Давай-ка вниз пока спустимся. Что у нас тут? Что-нибудь есть интересное? Ни черта, да? Ни черта и ничего. Блин, а что ты выше не можешь смотреть, значит, да? Ну, окей, полезли. Любопытно. Ты, сука, топливный элемент найди. Где топливный элемент, а? Ну, отсюда я заходил, получается. Ой, блин. Чтобы снять проклятие. Убить железного беса. Как, Элой? Как? Пока не знаю. Но она сказала мне, что делать и дальше. И ты это сделаешь? Такова ее воля. Для того я создана. Да. И я это сделаю. Ну, хоть попытаюсь.
Слава Элой, избранной Нора! Слава Элой, избранной Нора! Хватит! Слава Элой, избранной Нора! Сначала изгнали меня, а теперь... Не смейте мне поклоняться! Я вам не избранная! Я вообще не ваша! За вашими границами целый мир огромный, другие племена ничуть не хуже вас. И им всем грозит опасность. За этот мир стоит сражаться. Не только здесь, повсюду. Как тебе помочь? Если можете, готовы сражаться. Идите в Меридиан и ждите меня там. Как да. Элой сказала, так тому и быть. Нора, расступитесь! Дайте ей выковать тропу, по которой другие пойдут. Эх. Давай. Ой, сколько тут еще у меня всяких этих побочек-то, да? Побочки. Ой-ой-ой. Так, давай мы начнем с вот этого начнем. Она избранная. Ух, прям. Замутили прям. Костюм бамбук тебе к лицу. Так, у меня вот только вот сюда-то как? Блин, еще бы путь отображался. А, хотя он вот сюда показывает, надо идти куда-то. Что у тебя тебе тут? Нужны артефакты? Да, но не для себя. Король Солнца поручил мне наладить отношения с Банук. От имени Банук я ищу священные реликвии и возвращаю в Банур. Сейчас меня интересуют деревянные фигурки, которые иногда находят у наскальных рисунков. Если у тебя такие есть, я готова их приобрести. Расскажи мне о фигурках Банук. Эти фигурки из дерева вырезал Арнак, легендарный охотник, которого изгнали из Банура за убийство вождя. Он оставлял их рядом с наскальными рисунками в местах, напоминавших о родине. Потом его признали невиновным. Племя считает его странствующим героем и хочет вернуть фигурки.
Я помогаю им, как могу. Если у тебя есть, я бы купила. Ты готова? Давай торговаться. Ну, давай. Если найдешь артефакты Банук, приходи. Угу. Слышишь, страница? У тебя есть реликвии? Так, ну-ка, давай, 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 глянем, что же мне тут за сундучелы такие. Модификации, да? Модификации, короче, так себе, которые. Так, а я же вот эту штуку-то. И неужели она быстрее передвигалась? Че у тебя? Чего это все? А вот он-то. Эй, дюжие приключенцы! Желательно. Здорово. Странница! Не хочешь зара... Стой! Я тебя уже видел! Ты вернулась! Ага, какие вести? Недешевые. Ну, этого я и боялся. Смирные машины. Мне трудно объяснить, но их усмирял один сигнал. А твои люди все испортили. Дурное дело я себе выбрал. Надо было оружием торговать. Вот это прибыльно. На, держи. Половину моей платы тем олухам. Половина? Я сделала работу. И что там было? Якобы мне хватит на платье. Что ты хочешь? Шелков? Эх, вечно бабы норовят в кошель влезть. Отлично. Че, все? Опять ты? Я помню всех, от кого у меня убытки. Ну ты тут сам. Ты тут сам, извини. Так, дела. А что за дела-то такие? Ну-ка. Это сюда, да? А, как бы неохота. Блин. Охота. А-а-а. Так, это 22-й. Не, мы сейчас по возрастающей сперва пойдем. 15-е. Месть дочери. Давай, куды? Сюды? Давай. То, что не исследовано, пока не будем соваться. Мы сунемся туда попозже, конечно. Матери. Где-то тут должна быть Салай.
Угу. Должна. Так, где она тут? Так. Я замарина. Надо было сразу идти. Ты избранная. Угу. Да, ты можешь рассказать мне про Накою? Я собрала ей припасы в дорогу. Она пошла на север к Солнечной башне. Как доберусь до их форта, поищу Накою. Она не вернется. Матриархи не позволят. Но я буду тебе признательна, если ты найдешь ее и поможешь ей. Пожалуйста, только никому не говори. Не скажу. Обещаю. Угу. Блин, вот давай отсюда. Нормально сейчас чук-чук тэпаться. Где эти уже задания, все есть? Потэпаться. Сейчас пока, да. По допкам сейчас побегаем, по опыт пофармим. Просто хочется. Классный, вижу, сюжет такой прям интересный, захватывающий. Хочется так посмаковать маленечко игрушечку. Посмаковать, чтобы прочувствовать все ее прелести. Командир должен знать, проходил ли тут на кое. Чтоб тебя, бронированный поросенок. От, сука. Стопэй, чё ты мне тут крутишь? Мороз щиплется. Комендант, и где мне его разыскать? Все, что нужно. Так, продать. Мне чё? Окей. Ух ты. То есть всего один раз можно всего, да? Один и можно
перемещаться. Здесь уже в четвертый раз на этой неделе до сих пор не могу найти то, что мне нужно. Ну, этого значит здесь нет. Логично же. Так, а где комендант, интендант или кто здесь? Может, где-нибудь здесь? А, вот тут что-то. Помешательство. Вы тут главный? Нет, главный капитан Балан, а я его заместитель, префект Заид. Стоп, вы Заид? А. Ты наслышана. Позволь, я объяснюсь. В вашем племени обо мне ходят жуткие байки. Только вы спутали меня с кем-то другим. Уж не знаю, как так вышло, но туман войны часто порождает путаницу. Кто-то упорствует в своем заблуждении, как та нора, что недавно была здесь до тебя. Нора, что была здесь до меня? Вы про Накою? Так ее зовут? Что ж, с ней получилось очень нехорошо. Эта девица напала на меня. Если б не один из моих бойцов, кончиться могло плохо. Но мы сумели ее обезоружить без вреда. Что с ней сделали? Отпустили, конечно. Девочка полагала, что я виновен в каких-то ужасных злодеяниях. В каком-то смысле ее действия были оправданы. Я указал ей на ошибку и отослал прочь. Но, кажется, она не поверила. И где она теперь? Я точно не знаю. Уходя, она кричала, что все равно до меня доберется. Но потом пришло донесение из одинокой скалы. Некую девушку похитили разбойники, может, ее. Так вы отрицаете, что участвовали в набегах? Нет, не отрицаю. Я участвовал в боевых операциях, но моя роль была весьма скромна. Все это вздор про пытки и убийства. Я тут ни при чем. Меня спутали с кем-то другим. Некоторые из наших и правда наворотили. Но король Солнца Ават сделал все, чтобы искоренить злодейство. Вы и правда постарались помочь, префект Заид? Я всегда рад. Король Солнца хочет наладить отношения. Я всего лишь преданный слуга. Я пойду в одинокую скалу и все выясню. Будьте уверены. Пожалуйста. И если тебе не будут оказывать содействие, прошу, сообщи мне. Доберись до одинокой скалы. Ну, давай. Отлично. Отлично. Теперь не надо постоянно эту штуку крафтить. Теперь она не расходуется при применении.
Так, ну что, мне надо на машины поохотиться. Или падаль пособирать. Типа машинную падаль. Может пригодиться. Все. ХП по фулу. Выглядит как обычная застава. Надо тут осмотреться. На твои жалобы. Ну а теперь я жалуюсь на твои жалобы. Если вы оба не заткнетесь, я пожалуюсь за Ид. Стой, чужачка! Что ты здесь делаешь? Префект Заид сказал, тут разбойники похитили девушку. Знаешь, где их искать? А, Заид тебе сказал? Никаких разбойников тут нет. А подружку свою сейчас отыщешь. Нам новенькую прислали, ребята! Ну-ка, скрутите ее и свяжите. Я так долго не протяну. Я истекаю кровью. Как заливался-то там соловьем, да я такой там, да я такой хороший, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бля, мудила, блин, че тут, не сломать? Рыбки. Так, а чё ты? Что здесь не досталось? А? В колодце мушка его держит. Давай. Не можем мы туда залезть. Что-то непонятно. А вот. Тележки цепи. Не только цепи, кандалы. Они куда-то перегоняли пленников. Угу. Давай поэтому. Визором путь отобразим, да погнали. Погнали. Еще костер. Давай тогда еще ближе. Следы видят, кто построил. Может, на холод внутри?
похоже, на Хоя держат здесь. И мне придется перебить этих охранников. Ну да, только... Как нам войти-то? А, вот. О, блядь. И нахера закрывать ворота? Что это было? Главный велел мне спрятаться, как покупатели придут. Да потому что от тебя воняет, мерза. Пошел бы хоть в ручье полоснуть. Есть успехи. Что, заняться нечем? Может, не будем затягивать? И ты просто выйдешь ко мне? Ну да. Хорошая идея была, хорошая, кстати. Спасибо за подсказку. Я ждал, пока ты там сам выйдешь. Вот и что тут. Нет места. Продадут в рабство. Ну, уже нет, уже нет. Мы же их сейчас спасем. Поговори с Накуи. Она знает, что делать. Пожалуйста, помоги нам сбежать. Накуя? Я Аджана. Все объясню, когда вытащим людей из этой ямы. Ты Аджана? Ну надо же. Хоть одна из его молитв сработала. Ключ у меня. Я помогу остальным. Пойдем скорей. Thank you.
ты их освобождаешь, хорошо. Ну, сейчас тут еще подтянутся войска, да? И сразу светло стало. Я знал, что с тобой будут неприятности. Но в конце концов наши усилия окупятся. Ой, я сомневаюсь в этом. Конец уже наступил для тебя и твоих людей. Ну вот и все. Но этот слишком легко отделался. Мой отец был охотником. Он учил меня, что убивать зверя всегда надо быстро. Мне пора идти. А что у тебя за история? Небось интересная, раз тебя сделали искатели. Если захочешь рассказать, отыщи меня в Меридиане. Я побуду там, пока остальные не встанут на ноги. А пока... Спасибо, что помогла мне избавить мир от этой гнили. Не знаю, может быть, теперь я наконец-то смогу вспоминать отца без боли. Тогда мне придется что-то выбросить. Опять, блин, полный. Рюкзак полный. Так, окей. С этим мы разобрались. Так, лагеря разбойников. Дела. Теперь, походу, тебя мне надо зачищать, да? Где ты тут? Поговорить с Нилом. Где ты тут, Нилушка?
куда убегаешь? Это я приберегу. Лисичка, сестричка. Здорово, Нил. Помнишь, как кровь стучала в ушах? Потом все затихнет, и услышишь звон. Это призыв к оружию. Зов потаенных желаний. Или зов о помощи. Я бы услышал. Наверняка. Напарника себе нашел? Думал, я твой напарник. Мне нужно идти своей дорогой, Нил. А на ней как раз много разбойников. Меня это устраивает, я же не жениться предлагаю. Я не одинок, когда есть кого убивать. Так ты был солдатом? Сражался за Карха? За них, против них. Империя не может жить без войн. Нас не спросят. Но новый король Ават был иного мнения. Он начал расследование военных преступлений. Разве не всякая война преступление? Тем не менее, я вызвался добровольцем. Ты вызвался... вести следствие? Нет, я добровольно сознался. Нет смысла тратить время на расследование. Ну и солнечная скала на 2 года. Справедливо. Ты 2 года сидел на скале? Это что, какой-то обряд Карха? Да нет, солнечная скала — это тюрьма. К югу от Меридиана, к югу от протоков. Наш новый король верит в перевоспитание. Как и я. Подыхая от жары в темном каменном мешке, я наконец осознал, что для меня в жизни действительно важно. Пора идти. Краткий эпизод для нас и финал для них. Хотя стоит ли о них горевать? Ну, пойдем. А, так я типа закончил, что ли, да? Побочка. Их нужно задержать. А, Гаван остался, да? Вот. Ух ты ж, блин. Костерков-то тут нету рядом. Давай, Гаван. Двоих уже прикончили, остался Гаван. Еще и 35 уровня достиг каким-то чудом. Уже здоровье 550, охренеть прям. Вот это да. Лиса, куда побежала-то лиса? Скоро мне это понадобится. Да понятно, что понадобится.
если Гаван здесь проходил. Надо бы поспрашивать в трактире. Слухи на об Нора. А Нора, Арама путешественника. Солнце свидетель. Ты первая Нора в этом доме. А Гаван к тебе заходил? Нет, впервые слышу это имя. Но у нас торговый город, здесь много людей бывает. И некоторые из них не хотят, чтобы их нашли. Не знаю я твоего Гавана. Если он злодей, ну, хорошо, что его тут нет. У меня много дел, девочка. Ты извини. Как-то неубедительно. Надо все осмотреть. Оставь меня. Ты не видишь, я веду поиски. Что ты ищешь? А что такое? Кто-то свалился в реку? Нет, я... Ты не видела девушку лет 17. Не хочу верить. Ты что, думаешь, она утопилась? Я не знаю. Лида, моя любимая дочь, она пропала. Я читаю следы. Я поищу. Где ты ее видел? В саду. Может быть, ты найдешь что-то, что я упустил. Постараюсь. Да озарит тебя солнце. Да озарит тебя солнце. Лида, дочь аристократа. Ну... Тут, блин, задание-то так-то прилично. Можно набрать. Это земля Становой хребет Дома Солнца. Становой хребет. Хорошо. Хорошо. Наездница Нора с диковинным копьем. Как удачно подвернулась. Есть предложение. Подойди. Я Ферно. Слышь, Ферно, глаза-то подними. Гляжу на твое копье. Оно прекрасно, но как оно работает? Острым концом тычешь в машину. Да, но как оно превращает врага в друга? Все очень просто. Да? Хотя ты не поймешь. Ближе к делу. Что нужно? Я нашел реликвию Предтеч, но она высоко. Мне никак не достать. Реликвия на склоне Сумрачного Плоскогорья. Принесешь ее в доки Меридиана, и мы разделим прибыль. Ну, посмотрим. Угу. Заманчивое предложение. Это где? А, ну тут где-то рядом, да? Угу.
Рида тут кое-что оставила. Что это в бутылке? Блин, ну ладно, раз уж. О, пахнет как зола и тухлые яйца. Лучше вылить. Это ведь чтобы далеко смотреть. Зачем держать такую штуку в саду? Чтобы далеко смотреть. Видимо, она работала в саду. Тут что-то зарыто. Нет. Что-то выкопали. Должен был остаться след. Лепестки? Зачем ей вносить цветы из собственного сада? Ты нашла что-нибудь в саду? Пока ничего. Я сообщу. Машину захватили наши старички. Бери, что нужно. Не нужно, отдай другим. И в лучшие времена прибыль была невелика. Тем более, что я обычно раздаю, что могу нуждающимся. Не желаешь ли фруктов? Поспеши, пока кто-нибудь не стащил все, что осталось. У тебя что, воруют? Да, почти каждую ночь. Не так много, чтобы меня разорить, но все же совсем немало. Я следопыт. Я могу поискать вора. Правда? Спасибо. Тогда лучше начать с моего амбара у речки. Кто-то совсем отчаялся, раз крадет, хотя мог бы попросить. Хорошо, я посмотрю. Что, по-твоему, должен сделать Король Солнца? Не забудь запастись всем нужную дорогу. Гляни на мои глаза. След из лепестков обрывается здесь, у воды. Может, отец был прав, просто искал он там. Почему ты плещешься, когда я тебя не вижу? Хотя кругов по воде не видно, это, скорее всего, так. Просто так. Ну и как его смотреть? У него даже залезть, блин, не получается. Она туда даже прыгать не хочет, блин.
плещется, когда не видишь. Вот, блин, что за херня-то? Как тут осмотреть-то? Что смотреть-то тут надо? Ну, как бы тут... Может, без визора надо осмотреть? Веревки, чтобы привязывать лодку, которой нет. Угу. Может, она отправилась на тот остров? Придется мне поплавать. Ох ты ж. Так, ну, а, не, ну тут же есть. Эти, да, тут? Крокодосы могут быть. Тут только форель, лосось. Лодка. Я не ошиблась. Заметили. А ты чё так слабо дамажишь-то его, блин? А, Элой. Я чё-то не понял. Взяла. Кто ты? Где ты научилась так драться? Что ты вообще здесь делаешь? Может, для начала сама ответишь на пару вопросов? Зачем здесь цветы? Да просто так. Чтобы нам тут было уютнее. Всем нам.
Кому нам? Тут кто-то еще есть? Нет. Нет. Я просто хотела вот так удивить друзей. Тут никого нет, сама видишь. Что ты делаешь на этом острове? Я хотела побыть одна. Ты знаешь, что твой отец в панике? Ха! Я даже не думала, что он вообще заметит. Он весь город поднял на уши и переживает. Меня задержал Щелкозуб. Ты с ним справилась, спасибо. Теперь все хорошо. Давай я отведу тебя в деревню. Мне нужно закончить с цветами. Еще немножечко. Не волнуйся за меня, я скоро. Знаешь, я тогда тоже тут побуду. Осмотрюсь. Зачем? Не надо? Нет, надо. Тут постелено на двоих. Постели осмотреть. Ну давай. И чашки. Она точно тут не одна. Значит, у Элиды есть друг. Элида, если ты хотела побыть одна, почему постелена на двоих? Только теперь не лги мне. Клянусь солнцем, я не знаю, где он. Кто? Атрал. Он дает мне знак, когда можно встретиться. Но его тут нет. Кто это Атрал? Мы дружим с ним с детства. Я сажала цветы в саду, а он вечно пугал меня червями. Я злилась. А потом мы стали встречаться здесь. Все стало по-другому. Мы разговариваем. Вместе цветы посадили. Я так жду наших встреч, будто я мертва и оживаю только, когда он рядом. Знаешь, как это? Нет, я не знаю. Все, хватит. Тебе пора домой. Пожалуйста, прошу, раз уж ты здесь, поищи Атрала. Он развел костер на соседнем острове. Если я пойду... Его убьют. Перемирие нарушится. Ты, Нора, тебе можно? Я не хотела, чтобы так вышло. Я не хотела. Я поищу его, если ты вернешься домой к отцу. Ладно. Но я буду тебя ждать. Не могу спать. Не могу дышать от мысли, что Атрал ранен. Атрал. Кабан его задрал. Здесь разводили костер. Судя по всему, тут была драка, и кого-то потащили прочь.
один палец отрежу. Кому подавал сигнал? Сколько можно кричать? Там многовато охранников. Даже не верю. Может, похоже, это отрал. Говорю тебе, повсюду предатели. Но это я не знаю. Вот враг. Да что ты, блядь? Лишняя тяжесть. Ну и чё, наверх? Отрал. Ты отрал? Я от Элиды. Элида. Хотел позвать её сбежать со мной. Далекие края.
туда, где в свете солнца ни одна тень нас не настигнет. Но это пустые мечты. Меня бы нашли. Теперь я знаю. Элида. Скажи ей, я не выдал наш остров. Ее не найдут. Отдай ей. Скажи, оно того стоит. Помер. Он не ранен. Он мертв. И бедная Элида. Так, а что у нас тут наверху что-нибудь есть? Если Гаван здесь проходил, надо бы поспрашивать в трактире. Как-то неубедительно. Надо все осмотреть. Надо. Предлагаю на этом сегодня закончить. Всем до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока.